Как ваши дела? У меня тут сохнет постельное белье. Уже высохло, да. Я уже позавтракала вчерашним ужином. Сейчас буду заправлять диваны. Это так странно, это все выглядит. Без чехлов, все такое белое. Сонька проснулась. Пупсик. Ко мне сейчас должна прийти знакомая. Не знаю, придет, нет, что-то она не писала. Ну, мы вроде договорились на сегодня. Поэтому желательно диванчики дозастелить, правильно? Вот эти вот, кстати, мои любимые от Labello Lip Butter. Да, у меня их куча было, всех вкусов. Малиновые, клубничные, кокосовые, кофейные. Короче, я их очень люблю. Я вот люблю гигиенички, чтобы они были масляные, да? Не вот такие вот обычные, а масляные. И люблю вот, чтобы с открывашечкой. Короче, их нет. Вообще нет никаких больше липбаттеров в магазинах. Одни обычные гигиенички. Я попробовала поискать в интернете, так они вместо 2-3 евро, пару штук, которые остались, видимо, их, наверное, сняли с производства, стоят по 20. С ума сошли, что ли? Надо искать альтернативу. Да, с фильтром, говорит, снимаешь. Да какой фильтр? Посмотрите, ко мне пришла Оксана. Вы ее, кстати, наверное, еще ни разу не видели на моем канале, потому что я ее никогда не снимала. У нее вечно был рот забит, вода на гриль. Это мой вечный спутник, вода на гриль. Вот. Оксана мне тут принесла подарочек. Ну, наверное, не мне, а все-таки, а ребенку. Давайте посмотрим, что там есть. Это я заказывала. Что-то я вообще колу не пью, но что-то мне так сегодня захотелось газированного напитка. Ой, я пожелтела. Да, в общем, захотелось газированного напитка. Я вообще газированный не пью никогда. Раньше пила с водкой. Ну, так как я водку уже давно не пью. Ух ты! А что не розовое? Не было. А я не люблю розовое. Угадала. Смотрите, как прикольно. Ой, так неохота это. Красивенько так это. Надо аккуратно снять, чтобы я потом что-нибудь перепаковала. Сказала тебе, рулон принесла бумаги. Да? А вот и розовенькая. А, ну это хороший розовый. А, вот так. Да. У нас есть отличия, Соня. Есть, конечно. Есть хороший розовый, а есть не лучше. Ой, божечки. Ух ты ж, блин! А что это там? А что это? Ой, эти мамочки, посмотрите. Босс. Ты да. Будешь у нас босс, Соня. Конечно. Ой, какие хорошенькие, спасибо. О, с карманом, посмотрите. Да. Ой, какой приятный да? Материал. Прям Дивали. Вообще. Смотри на Соню, она тоже поддакивает, говорит, да. Сонька, смотри, что тебе тетя Оксана купила. Ты на нее смотри, она страшненькая. Смотри, какие штаны с карманом. Будешь носить? Слушай, ну так чуть-чуть большевато. Она у меня вообще не растет. Она у меня вообще не растет. Там написано 67. Ты сказала, 63, думала там туда-сюда. Они плюс они все везде большие. Ну, как раз будет, зато нет. Рот открой, скажи мне. Ой, какая хорошенькая. Да? Ой, как красиво.
Спасибочки, класс. Сонька, ты у нас будешь леди-босс. Леди-босс. Да? Класс. Просите. Отлично. Люблю, когда гости приходят. А мы сейчас пьем, Оксана, кофе, я чай без вкусняшек, потому что у меня нету, и мне даже гостям нечего предложить, но, слава богу, в основном все мои гости тоже на вечной диете, поэтому все нормально. Ребят, я нашла жертву, кто со мной попробует это. Ну, короче, Оксана проследит, чтобы я смогла благополучно из этого вылезти. Так, ну нету же этой штуки. Смотри. Это что, отдельно должна быть? А, вот. Тут 4 батарейки нужны. Какие там, 3А или 2А? Ребят, я потихоньку надуваю. Сейчас надует. Оно отойдет. Классно! А шапочку почему сняла? А шапочку? Как ощущения? Класс! Всегда мечтала о таком костюме. Куда пойдешь так? Да, музыку, музыку надо. Это мама. Ну, я пока ты спала, булочек поела. Можно будет так на Хэллоуин ходить, да? Ну ты не страшненькая. Детка любит бум-бум. Все нормально у меня с похудением. Да, все по плану. Моему. Спасибо. С метаболизмом моим все в порядке. Блин, такой прикол еще. Надо это, пару фоточек сделай мне. Давай. О, да, ножку, да. Ножку вперед. Бэйби, давай. Подходим. Ножка, длинная ножка? Очень. Ножка. Классный костюм в том плане, что очень скрывает все твои недостатки, понимаешь? И все достоинства твои подчеркивает. Вот. И пупочек твой, да? Ой. Фигура? Не знаю, мне кажется, у тебя ничего не изменилось. Слушайте, у Оксаны, да, 3 детей, чтобы вы понимали. Самый старший сколько? 48. Да, дочки, сколько самый старший? Самой старшей дочке 19, да? 21. 21. Вот мамаша чем занимается. А что? Не, ну знаешь, что я ничего не изменилась, просто кого-то ты разделась. Вот и все. Я же всегда. Когда раздеваюсь, да. Когда наконец-таки закончился карантин, да? Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. (Risa)
Соня тут болтает с Оксаной. Булочка моя, булочка. Кстати, смотрите, как у нее блестят волосы. Она сделала кератин. Представляете, то, что я хочу, взяла и сделала. Вот как разговаривать с такими людьми? Прикольно смотрится. Но у нее, конечно, шевелюра такая большая. Ну, в смысле, много волос. Много. Много. И вот прямые. А у тебя сами по себе кудрявые или какие? Волнистые. Волнистые. У меня тоже вот слегка, да? Если просто они высохнут, слегка такие волны. Но если даже просто на фен сушить, то они у меня ровные. Ой. Ну, в общем, я через недельку пойду делать. Левалькина? Ты на тетю Оксану не плюй. Ой, булочка. Любовь моя. Блин, камера достала, не фокусирует нифига. Сонь, покажись. Ой, какая ты красотка. Вот просто с бантиками другой человек сразу. Другой человек. Во-первых, щечки больше видно. Красивая, красивая. Мордой бумс. Устала, скажи уже так. Кто тут болтал? Ой, ой, завалилась. Завалилась. Кто тут завалился? Мой сладкий. Зрители там очень переживают, что я тебя не выкладываю на животик. Говорят, что ты... Скажи, все у нас хорошо. И массажики, и на животике. Просто мама, скажи, не снимает. Да, булочка? Вот так. Да. Молодец. Вот так. Да, расскажи, расскажи. Повозмущайся. Ты мой сладкий. Что? Да, ты можешь говорить, не бойся. Не хотела мешать. Я твой голос вырежу. Я ей вошла, она на меня посмотрела, поэтому. Да, а да. Вот так, вот так. Возмущается. Мой сладкий. Ты мой зайчик. Да, Соня? Да. Да. Ой, блин. Нет, пошутила. Поцепила? Я все время на бок. Ты куда ж ты, Соня? Ну так, слышишь? Посмотрите, как она прилегла. Моя сладкая. Улеглась. Ой, ты мой зайчик. Нравится тебе? Ну, срыгни на черные вещи. Чтоб неповадно было. Как знаешь, эти собачки на машину ставишь? Да, да. Головы эти. Давай, поговори, поговори. Укушу сейчас, скажи, да? Укусил слюнки. Вкусный пальчик, да. Вкусные? Вкусные пальчики. Ну, мамины или твои? Чьи вкуснее? Чьи вкуснее? Да. Мой зайчик. Да, вот так, когда она головой вниз, зубов-то нет, слюни текут. Это первый раз так было, так классно. В общем, просидели мы весь день с Оксаной. Она вот ушла часов в 11. Соня уже спит. У меня тут мамины орехи, но их обожаю. Сколько, хотел сказать, сколько помню маму, сколько знаю маму. Всегда дома стояла кончачка с арахисом, и она все время их кушала. Я не знаю. Я люблю только, если он вот такой вот прям поджаристый, но они резко попадаются.
Ну, сама бы не купила. Не так прям. А мама любит. Вы любите орехи? Напишите, потому что я знаю, что многие вот обожают там кушать орешки с сухофруктами. Я могу иногда, на меня нападает такое, могу поесть, но в основном я равнодушна. У Оксаны три девочки, все такие красивые. Я думаю, блин, как она смогла трех девочек воспитать. Она занимается недвижимостью. Они сдают квартиры. Я у нее спросила, может ли она мне что-то найти, но они сдают квартиры частникам. Она сказала, что она может мне найти квартиру без проблем, но нет, с проблемами. Проблема в том, что они сдают квартиру на полгода. То есть ты можешь хоть 10 лет снимать, хоть 20, но все время сдается, но с ограниченным сроком на полгода, и дальше опять продлевается. И так все время по полгода. Потому что это квартиры частников, и они их квартиры сдают. Как я поняла, типа, покупают люди квартиру, ну, берут рассрочку, и они им помогают сразу находить клиентов, чтобы, короче, не они в банк платили, а за них. Ну, мы поняли, как это работает, я надеюсь. Но все время по полгода, потому что, типа, если через полгода что-то меняется, можно повысить сумму, либо понизить, вряд ли. Либо на крайняк, если частник захочет ехать, у него всегда есть этот шанс. Для меня, конечно, это не вариант по полгода. Это как на пороховой бочке сидеть, все время ждать, а вдруг что? Поэтому мне надо искать нормальные, вот как в основном все сдают. Ну, бессрочный контракт, да, на всю жизнь. Я думаю, я не буду сейчас объедаться орехами. Я вот просто мимо шла, увидела их случайно. Увидела пару там зажаренных и решила подъесть. Соня просыпается. Пойду я покормлю. Смонтирую ложек и спать. Увидимся завтра. Подписывайтесь на мой канал.